неправильно поставил. А машины здесь были. А вот к инспектору подойдите, они вам расскажут. А что это? Вот что? Инспектора. Потому что тротуары отсюда раз и все уводят. Тротуар? Да. Знаешь, я тебе одно скажу, тротуар. Ты снимаешь, да, это? Да. Хочешь, я тебе скажу? Да. Как вас зовут? Александр. А меня Ислам зовут. Вы за правду боретесь? Мы за правду. Вы, да. За порядок. За порядок? Да. Почему наркоту продают, алкоголь? Кто пришел? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Так узнай, хорошо. Не вот этой хуйней занимайся, которая на тебя здесь ходишь. Хуетой занимайся. Не а реши, реши вопрос тот, значит, который проходишь. Ну, наркомания здесь, это алкоголь в 11 а вы часов продают. Не решаете? Да зачем мне решать? Я ж не борюсь. Ну, борись тогда за это, начинай. Боже, не за вот это. Нет, послушай, наркотики. Ты Александр, да, ты за правоту. Ты лицемер, на самом деле. Ты лицемеришь. Хочешь поднять? За... Да я могу тебе в камеру сказать. Ну, скажите. Конкретно лицемер. Говорите, что нет, ты ходишь, вы смотришь. Меня первый раз увидел. Да, ну я не видел тебя. Я, ну, конкретно тебя, я тебя конкретно не видел, чтобы ты за правду боролся. Ну, как гуляет наркота, как наркотики здесь гуляют. Вы меня первый раз увидели. Да я вижу, что ты с ерундой занимаешься. Ерундой занимаешься. Ну а почему лицемер? Вот стоят здесь, да стоят машины, потому что некуда поставить некуда. Машины. Да, некуда. И ну, не парить. Нарушать это не надо. Потому что если ты начнешь бороться, тебя нахуй закроют сразу. Вот так вот. Человека не знает, лицемером обзывают. Потому что его автомобиль. Материца, да, автомобиль убрали, он злой разозлился. В Воронеже, наверное, да? Не знаю. Так сейчас вот. Посмотрим. Зачем людей оскорблять, не зная вообще их? Лицемер. Он же меня первый раз видит. Да еще с ребенком кричит, шумит, что он из него запускается. Наркотой, что-то, что-то. Я должен бежать и каких-то наркоманов ловить. А почему он не пойдет? Я вот должен, а он нет. Да, да. Алло. Алло. Вот товарищ этот, опять ребята пришел, хулиганит. Я тебе знаешь, что пришел? Говори, давай, давай, говори, побольше. На срок наговоришь или что? На уголовный. Делать нечего, ты, как, ну не, знаешь, иди зарабатывай пар. Вы же все материли, 20.1 нарушили, вы понимаете? Сейчас вас доставят в отдел. Материться нельзя? Нельзя материться. А 20.1 мелкое хулиганство на 15 суток. 15 суток. 20 суток. Работали тут, занимались тут. Гладим дело. Ерундой занимайтесь тут. Ого, как встал. Он подошел. А вы можете инспекторам сказать? Чем вы работаете? Чем вы работаете? Вы с какой чем целью интересуетесь? Целепознания интересуюсь. А зачем вам это? А, я же не спрашиваю вас. Слушайте, если вы такие правильные нарушители, хотите вам на. Да неправильные мы, нехорошие мы, как только не вам называют. Нарушители поймаю. Да, чтобы поймаем, вы хотите? Давай. Вы ерундой занимаетесь, ходите, смотрите, ну поставил человек, да, с ребенком отошел. Отошел буквально на минут 30-40. Ты там ходишь, ерундой занимайся. Займись благим делом, тем, которые где именно конкретно нарушают. Где конкретно нарушают? Они где там? Ты нарушил, вы нарушил. Ты маленький, знаешь, вот честно сказать, вот глупо смотреть на тебя. Ты вот маленький мальчик, который занимается ерундой. Вы нарушили мелкое хулиганство. Участковому вам уже написали. Напиши 5 заявлений, 15 заявлений. Ходишь, вы нарушили под точку под отель, 2-1, мелкое хулиганство. А ты не нарушил ничего? Нет. Ерундой занимайся, ходишь.
дядьки. Так, а там, а что у нас? Автомобиль. А тапки сними мне тоже, каких я тапки. Нормально? Вот, у меня к вам лично никаких претензий нет. Понимаете? Нет. Если вы не вот так я могу сделать? Можете. Можете? А вот да, так могу? Можете. Нарушаю закон? Нет. Не нарушаю закон? Не нарушаю. А вот так могу? Можете. Можете, можете. Да, да, вот, смотрите. Работает хайпер. На граждане наших полицейских. Хайпует. Вот один, вот он второй. А вот он. Работает на граждане полицейских. Вот так можно? Можно, можно. Селфи даже делать. Это тоже снимал. Ну а я статью не нарушаю никакую? Нет. Нет? Нет. Дядя Лысый. Можно как-нибудь дядя Лысый? Я ж не а дядя Бородатый, можно сказать? Да, конечно, Бородатый. Смотрите, что делает. Танцует. Давай, танцуем, танцуем. Ну как-то это поведение, да, это правда? Я понимаю, вы нервничаете. У вас, вас ну, наверное, штрафовали или эвакуировали? Да нет, не буду, я штрафоваться не буду. Я так пойду заберу. А ну хорошо. Да. Наверное, так можно. Да, наверное, конечно, так можно. Молодец. А откуда ты этот, как Ряженый? Откуда? Да. Мысли. Ну Ряженый, откуда ты вообще? Ну откуда? Ну местный, не откуда? Местный. Откуда, да, я тут. Местный? Местный, да. А. Закон выучил, взял. Камеру и давай тут дальше. Да, да. У вас тоже камера есть? Да, я снимаю вот. Ну вот видите. А вот ты как-то. Вот это как есть. Анонисты. Как правильно называют вас? Как вас? Анонисты, ну вот которые. Вас? Просто. Вас не знаю, как называют. Вот, если вы такой, то, значит так и нет. А вы не из Воронежа случайно? Да. А? Не из Воронежа. Я? Да. Да. Нет, из Екатеринбурга. Свердловск. Свердловск, да, Белояр. Знаешь, там жил Беломирок. Да ты как будто как пушку держишь ее. Чувак, сколько тебе лет на самом деле? Эй, чувак. Я уже старенький. Старенький, старенький. Видишь, определяешь хорошо. Мама пошла. Да лучше вот сидите. Вот. Стоянку вот эту. Красавчик. Незаконная стоянка. Да, вот давай, это давай, знаете, давай. То есть здание Декара Сельмаш. Где людям вот приезжаем с детьми погулять, где поставить машину. Незаконно поставили шлагбаум. Это общественная братуха, территория. Они занимаются ерундой. То есть, смотри, вот я возле своего дома сейчас поставлю шлагбаум, скажу, это все, это мое. На каком основании они поставили шлагбаум? Там всегда люди ставили машины, приезжая с детьми. Где поставить? Посмотри, нету ни одной. Там стоянки. Стоянки нет. Вот, поставили, бабки собирали. Друг, иди туда, там снимай. Не хочешь поснимать? Иди, займись, сделай. Как людям приезжать в парк гулять? Нет, а я с тобой согласен, что тротуар не надо. Ты убери шлагбаум, и люди будут ставить там машину. Я ряженый. Ряженый. Собой бы занялся, зубы поставил да, бы что? Себе, ну как человек ходил бы, я не знаю. Тоже не откуда-то с подвала вышел, законы там, начинаешь по закону. Ты хоть закон знаешь, нет? Знаю. Знаешь? Да. Вот тебе закон по продаже. 20.1 мелкого хулиганства. Ух ты, 20.1 мелкого хулиганства, ух ты какой. Молодец, хоть ты это знаешь. Ряженый, ну ты... Сейчас поедет в отдел. Поедет уже, да. Сомневаетесь? Да. Да? Да. Ну а как же, в общественном месте нельзя материться. А кто матерился? Вы. Кто? Вы. Чем? Все записано. Что? Кто сказал? Что сказал? Я не буду говорить. Нет, я уже видел. Ему нельзя повторять такие. Я видео предоставил. Если он повторит, тогда его тоже привлекать будет. Да. Займись делом, привлекай. А вы чем занимаетесь? Я? Да.
везде работает. По тротуарам ездит. Да? А кто ты, где ты видел, что ты едешь? Ну, вас же эвакуировали. Тогда зачем вы тут, раз нет эвакуации? А? Вас не эвакуировали автомобиль? Нет, это я даже к друзьям пришел. Понял. В автомобиле друзья у вас? Да, какая-то коррупционная составляющая, похоже, выходит. Не получается. Возможно. Можно было просто взять, оплатить штраф и уйти спокойно, без всякого шума, ругани, каких-то подколок, непонятно. Прикол, говорит, обоим. Запросто. А как я? А? А что они хотят договориться о чем-то? Нет, он горит, то, что водитель сейчас придет. Чтобы его задержали. Не, участковый ничего не говорит. Саня, созвони. Здравствуйте. Ну, не могу я. Не хочу. Камеру убери. Смысл отставить, да, не имеет права. Камеру убери, не пожалуйста. Да, на тротуар уже заезжают. Так, интересная вот ситуация. Очень интересная ситуация. А что они хотят договариваться? Это не водитель, оказывается. Который разрушал. Он не водитель. А водитель вот он. Его и привели.